Hello guys, we can start our magnificent show from Friday. Озон, hello life. Ребят, привет всем, здравствуйте. Я не очень силен в английском, хотя, Аня, закончил английскую школу. Но это было очень давно, ты понимаешь, не разговариваю на этом языке. Но не зря сегодня сделал отсыл к этому интернациональному языку, потому что все, что будет сегодня здесь представлено, конечно, родом из Соединенных Штатов Америки. Да, и даже Анна... Похоже на Соединенные Штаты Америки. По крайней мере, Ань, бренду все-таки 60 лет было в прошлом году. Да. Это практически твои ровесники бренд. И это очень круто. Чуть моложе, да. Друзья мои, наконец пришел к нам Редкин. Это мировой бренд с мировой славой, мировой известностью, пользуется популярностью в основном в профессиональных салонах. Но вот сегодня это потрясающая, казалось бы, нежная, но слегка дерзкая девушка. Анна Тимошкина сегодня вместе с нами. Настоящий профи и касательно этого бренда, касательно ухода за волосами, касательно знаний. Именно этот человек работает с профессиональными стилистами, которые потом работают с нами. Сегодня уберем это связующее звено и поговорим напрямую. Для вас, друзья, сегодня, ну, во-первых, классная просто информация. Есть новая линейка, есть информация об этом бренде. Плюс огромное количество скидок. Давайте сразу скажу, что бренд крупнейший, он пришел с подарками. А как по-другому? Да? Мы как на известной передаче, у нас только это колесо не крутится, да? Но сегодня подарим, давай, два подарка. Пятница? Один подарок. Два с половиной. Ребят, три подарка будет сегодня. Три подарка в течение часа сегодня вам подарим. За что, скажу чуть позже. Но это будет не одно средство, не два, а целый комплекс для полноценного ухода за волосами. Ань, слушай, ну, наверняка многие знают. Кстати, напишите, известен вам бренд Редкин? По крайней мере, все, кто на зоне сейчас есть, ну, точно совершенно рады, что он пришел. Узнать что-нибудь новенькое. Ну, бренд Редкин, более 60 лет истории. Профессиональный уход. Почему? Что произошло, что вы стали настолько популярными, настолько известными и занимаете первую, по крайней мере, в Америке, первую строчку среди салонов ухода? Что? Почему? Совершенно верно. Ты совершенно правильно сказал. Первое, что мне хочется сказать, ты сказал Анна. Люблю, когда просто Аня. Поэтому, если что, меня зовут Аня Тимошкина. И да, я являюсь частью обучения бренда Redken. Почему? Ты спрашиваешь, почему? Почему мы такие популярные? Да, почему? Почему? Начнем, наверное, с истории. Как ты сказал, это все началось 60 лет назад, около 60 лет назад, чуть больше. И началось все это с ухода. Это началось все с заботы о волосах и коже головы одной интересной актрисы еще черно-белого кино. Так. В то время никто еще не задумывался на тему ухода за волосами. Поэтому она и ее друг, парикмахер, который совершенно не боялся что-то пробовать, экспериментировать, решили изобрести что-нибудь интересное и новое, что поможет ей сохранять качество волос и комфорт кожи головы. Угу. Именно тогда была разработана самая первая и на данный момент неизменная формула успеха и здоровых волос. Так, ну-ка, ты расскажешь что ее? Что за формула? Да. Расскажу. Ребят, узнаем формулу успеха. Ну-ка, давай. Готовы? Готовы. Готовы. Что важно? Что важно для того, чтобы волосы сохраняли свое качество при любых обстоятельствах и внешних воздействиях? Так. Первое. Запоминаем. Редкин равно протеины. Может быть, даже кто-то из вас сейчас напишет нам в комментарии, для чего нужны протеины. Будет очень здорово. Второе. Второй очень важный компонент – это увлажнение. Каждый волос, помимо того, что должен быть прочным, хочет еще быть очень эластичным, мягким и блестящим. Поэтому увлажнение – это второй компонент той самой формулы здоровых волос. Так. Третье это то, опять же, что является отличительной чертой бренда Redken в плане уходов, но и не только уходов, но еще и красителей всего того, что есть в нашем бренде. Это кислый уровень pH. Слышал что-нибудь такое? Ну, что такое уровень pH? Ну, есть кислый, есть сладкий, видимо, и есть нейтральный, я так понимаю, да? Почти, совершенно верно. Давайте из этого всего запомним только кислый. Хорошо, давай. Почему это так важно? Потому что именно кислый уровень pH дает волосам здоровье. Беспрекословно, постоянно здоровье. Поэтому формула здоровых волос Redken – это три вещи. Протеины, надеюсь, там есть уже ответы, для чего они нужны. Увлажнение и кислый уровень pH. Безусловно, начавшие свою историю с уходов, мы на этом не остановились. Угу. Сейчас бренд Redken является лидирующим брендом США по красителям. Безусловно, это наша основная
основной наш фокус, и у нас есть большое количество красителей для салонов красоты. Потому что мы все-таки, как-никак, являемся брендом профессиональным. Безусловно. Поэтому найти нас можно в салонах красоты как красители, так и уходы. Угу, угу. Я думаю, что среди наших зрителей наверняка найдутся те, кто знает и о наших красителях тоже. И это будет очень приятно, если мы и это увидим. Угу. Но сегодняшняя наша тема – это Redken Prescription. Так. Что есть Redken Prescription? Что есть Redken Prescription? Кстати, давай я быстренько тебе скажу ответы. Ну, многие протеины – это белок, строительный материал. Это, значит, для питания, для строения волос, упругость волоса, для строительства волоса. Андрей, Людмила, Злата, Ольга, Екатерина. Да, правильно совершенно отвечают? Верно. Молодцы, ребят, спасибо. Совершенно верно. Круто. Совершенно верно. Очень здорово, что вы знаете о том, как важно сохранять качество волос. Очень здорово, что вас это волнует. Значит, для вас этот эфир не пройдет без следа и 100% будет полезен. Вот прям 100%. Mm-hmm. Ну, вернемся к названию. Redken Prescription. Так, Redken Prescription. Что есть Prescription? Prescription в переводе с английского языка, с американского языка, mm-hmm. означает рецепт. Мы как профессиональный бренд можем рекомендовать правильный подбор ухода за волосами. Мы рекомендуем это, безусловно, в первую очередь стилистов салонов красоты, для того, чтобы они дальше несли эту красоту в массы. Но сегодня мы решили, а почему бы нам сегодня не сделать это самостоятельно, не порекомендовать тот самый нужный уход для волос именно тебе. Если вдруг это круто. Интересно, я думаю, что это будет это интересно, будет круто, правда? Это будет круто. А скажи, ты с первых уст, как скажи, говорится. Аня, а мы можем, ну, если что, у нас останется время в финале, прям зададим какие-то конкретные вопросы личные. Вот у меня такие-то волосы, подбери, пожалуйста. С удовольствием. Да, окей, ребят, это будет круто. Так, не забывайте о скидке. Все, о чем мы сегодня будем говорить, это 20 товаров. У нас здесь есть по хорошему предложению минус 20%, не забывайте об этом. Но сегодня три набора будем дарить. Давайте минут через 5-7 расскажу, за что. Обязательно подарим просто рандомно, вообще просто, ни за что. Пришлете нам какой-нибудь смайлик классный, но это будет потом, подождите, сейчас не присылайте. И обязательно вам подарим. Так, знаешь, что я хочу? Я хочу, чтобы мы сейчас вкратце с тобой просто по несколько предложений сказали, о каких гаммах, каких линейках сегодня будем говорить. А потом о каждой пойдем конкретно. А вы слушайте, друзья мои, за что легко. Зацепиться, да, чтобы потом понимать. Давай сначала, мы знаешь, к чему вернемся? К тому, что мы все-таки бренд профессиональный. Хоть сегодня я буду рекомендовать уходы сама, не стоит забывать, что... На нашей необъятной родине так. большое количество салонов красоты, в которых работает огромное количество стилистов. За их знания отвечаю я. И для того, чтобы вам было проще найти салоны красоты возле вашего дома, у нас есть специальный салон-локатор. Интересно узнать, какой салон находится именно рядом с твоим домом? По твоему вопросу, я думаю, что да, мне интересно. А давай-ка посмотрим. Так, слушай, интересно. Давайте интересно. Мы, наверное, попросим... Приблизить к нам камеру. Ульяна, иди к нам. Сейчас пока. Ребят, как найти салон, где вот точно совершенно окажет вам полный спектр услуг? Мы сейчас будем говорить про Москву, конечно же. Прошу прощения у всей остальной нашей большой родины. Начнем с Москвы. Начнем. Для того, чтобы найти салон красоты возле твоего дома, работы, удобного места, спортзала, бассейна, чтобы было близко и удобно, в первую очередь в поисковик нужно нас вбить. Redken.ru. Redken.ru. Это ваш сайт официальный, да? Наш официальный mm-hmm. сайт. Здесь большое количество различной информации, но самая важная информация – найти салон. Оно помечено маленьким значком. Mm-hmm. Нажимаем. Mm-hmm. А не нажимаем. Не нажимаем. Здесь вы видите очень простой интерфейс. Вы можете найти салоны красоты по адресу. Нужно просто найти адрес. Давай-ка найдем какой-нибудь адрес. Ну давай введем вот Полянка. Ну так и не хочешь ты свой адрес говорить, да? Ну почему? Ну подожди, ну как пойдет вечер? Какой несмелый, хорошо. Так, смотри, вот у нас появилась адреса, ну просто перечнем. Ну давайте посмотрим на карте. 59, в районе метро Полянкина 1, 59 адресов, вот они. Вот, можно приблизить, узнать точный адрес, нажать на него. И вот, например, Москва, Якиманка, улица Большая Полянка, дом 39. Все. Совершенно дальше верно. Что делаем? Заходим, так мы можем... записываемся. Да, да, тут есть контактный телефон, обязательно указаны какие-то контактные информации. Вы можете связаться с салоном красоты и узнать всю информацию про Redken. Это сделано для того, чтобы нам было удобнее искать своего собственного, свой собственный любимый салон красоты. Поэтому прямо сейчас вбиваем Redken в поисковик и пробуем найти салон красоты возле твоего дома. Я думаю, все побежали это делать. Я тоже думаю. Дадим 3 секунды да, паузы. Дадим, да, может, давай 14 минут дадим. Тишина. Тебе, кстати, говорят, очень крутой эксперт, Аня, подписан на вас в Инстаграме. Это круто. О, Господи, так, Боже. Знаете, что мы сделаем? 36 лайков. Давайте-ка как? 100 лайков первых наберем.
быстренько и разыграем первый подарок. Давайте поставьте лайк, а то смотрит, нас уже смотрит 2800 человек. Ребят, всем привет, вы на Озоне, пятница вечер, прямой эфир. Все, будем сегодня разрушать стереотипы, разрушать мифы, задавать сами каверзные вопросы. Для этого Аня здесь, а я бы даже сказал Анна, она любит, когда ее так называют. Да, ответьте на все ваши вопросы. Друзья мои, ставьте лайки и сразу перейдем к розыгрышу. Лайки ставятся вот здесь вот внизу. Они ни на что не влияют, но мне будет приятно. Просто пусть они цепятся, но это красиво. Это как минимум, это красиво. Это будет красиво. Давайте еще 50 лайков и разыгрываем первый. Хорошо, значит, салон мы нашли. Вот она вся коллекция, которую вы сегодня принесли. Но, я тебе так могу сказать, я знаю Редкин, но я, ребят, может быть, вы тоже, видел его, как мне кажется, в каком-то другом обличии. То есть вот ты сейчас они стоят, я не очень узнаю их, почему. Совершенно верно. Если вдруг показалось, что Редкин был, уходы Редкин были какими-то другими, совершенно верно. Они были в других упаковках. Ага. Предыдущие упаковки Редкин были навеяны нам башнями Нью-Йорка. Современные упаковки Редкин больше похожи на какие-то, наверное, пробирки. Это, кстати, неспроста. Это отсылает нас к научному подходу, который вместе с нами на протяжении всех 60 лет. Поэтому каждая бутылочка похожа на маленькую пробирку из тайной лаборатории. У каждого из вас есть возможность быть причастным. Слушай, причастным быть к тайным американским лабораториям? Это... Я не знаю, законно ли это? Интересно. В то время, как вся страна на выборах сейчас, законно ли быть в тайных лабораториях Америки? Ребят, слушай, ну круто. А есть вообще что-то, что еще не видели практически? Прям вот новинка именно в качестве товара? Конечно. И эта новинка сегодня у нас разыгрывается как первый приз. Поэтому я надеюсь, что вы еще не успели набрать 50 лайков. Потому что мне нужно время, чтобы рассказать вам об этой самой новинке. 92 пока, да. Готовы? Начнем отсюда. Так, вот она, новиночка от Redken, ребята, 21 год. Поехали. Что это? Что это такое? Это гамма для ухода за волосами, естественно. Мы говорим сегодня об уходах. Сюрприз. Гамма под названием Acidic Bonding Концентрат. Три слова, которые говорят полностью, описывают эту гамму. Кислый, концентрированный уход. Я думаю, что слово «концентрированный» очень прикольно, потому что нам нравится использовать маленькое количество продукта для того, чтобы получать большой хороший результат. Нам тоже нравится. Это, мне кажется, всем нравится. Долго-долго, да, это хорошо. Все просто. Что здесь есть? Всего три продукта. Шампунь, кондиционер и несмываемый лосьон для дополнительного ухода за волосами. Что быстро хочется сказать? Как там лайки идут? Уже надо разыгрывать, да. Успеваю? Все, быстро, ускоряюсь. Шампунь. Бессульфатный. Бессульфатный, так. А бессульфатный не равно плохо промывает и все вот эти стереотипы. Бессульфатный шампунь прекрасно пенится, совершенно потрясающе пахнет, глубоко и бережно очищает кожу, головы и волосы. Плюс он умеет еще за ними ухаживать. Да. Это тот самый шампунь, который умеет чуть больше, чем обычный шампунь. О, какой аромат. О, слушай. Хватит. Какой подарок. Аккуратный и приятный. Так, хорошо. Так, шампунь есть. Шампунь есть. Угу. Кондиционер. Кондиционер. Я думаю, что... Я не пользуюсь никогда. Да, вот кондиционер будет полезен только обладательницам длинных волос. Именно для них нужен дополнительный уход. Здесь тоже очень хороший, приятный аромат. Большой концентрированный, большое количество компонентов, полезных компонентов. То есть он концентрированный. Что еще можно сказать? Я думаю, что пользоваться кондиционером... Я надеюсь, что пользоваться кондиционером умеют все. Ну давай, два слова тогда скажи. В смысле все? Ну, после шампуня. Давай я научу тебя, хорошо. Ну, хорошо, после того, как мы используем наш прекрасный шампунь, наслаждаемся ароматом его, нам нужно поставить еще хорошую жирную точку в мытье волос. Поэтому мы используем кондиционер на влажные волосы, распределяем и тут же смываем. Его действие буквально мгновенно. При этом оно будет максимально полноценным. Как вам такая идея? Слушай, ну если я еще, ребят, ненасытный, кому мало вот этот мало, вот шампунь, мало, кондиционер, мало. Мы понимаем, что он концентрированный, понимаем, что он восстанавливает, мы понимаем, что он помогает, наполняет. Мало. У нас есть еще и лосьон. Так. Несмываемый лосьон, который может дополнить любое мытье, Acidic Bonding концентрат, но еще и защитить волосы от нагревания. Здесь включена термозащита. Если вдруг есть любители уложиться на горячие инструменты, плойки, утюжки, вы совершенно спокойно можете защитить свои волосы при помощи этого лосьона. Как пахнет, уже послушал? Слушай, правильно, да.
Он немножко отличается от аромата шампуня и кондиционера, но очень приятный. Мне нравится аккуратный аромат. Я, честно говоря, ни разу не пробовал продукцию, да, я просто видел как. Ну, она новая, ты не мог вот это пробовать, в принципе. Да, да, я не мог ее пробовать, да, потому что она премиального сегмента, ты понимаешь? Это, кстати, тоже как факт. Да, это факт, да. Мы сейчас говорим о премиальном сегменте американского бренда, и это очень круто. Но скажи сразу, очень часто стали говорить, бренд такой-то страны, но производится мы знаем где. Скажи, откуда приехала вот все данные линейки? Частично данные линейки приехали к нам из-за океана, из Соединенных Штатов Америки. Так. Но в то же время у нас есть производство в Испании, для того, чтобы продукт нам быстрее добирался, и мы не ждали его годами, месяцами, чтобы он очень быстро попадал в наши руки и на прилавки, в том числе Озона, на секундочку. Да, кстати говоря. Так, вот, например, вот этот из Испании приехал. А этот из Америки. А этот из Америки. Ну, новинки все приезжают из Америки напрямую к нам сразу же, поэтому да. Ну, это круто. Ребята, да, это круто. Да. На самом деле, посмотрите статистику, почитайте. Редкин, это бестселлер. Это первый в Америке профессиональный уход. Вообще, они сделали инновацию. Они сделали революцию в мире ухода. И это, конечно, очень круто. Я ждал встречи, немножко даже волновался, но вот Аня не дает сегодня волноваться. Имя этой революции — Acidic Bonding Concentrate. Ребят, мы еще не называли условия розыгрыша, да, первого подарка. А сейчас скажем. Но сейчас, ребят, внимание, это и есть та революция, о которой мы сейчас говорили. Поэтому слушайте внимательно. Давайте так, друзья мои, у нас будут какие-нибудь такие интересненькие, фанни, может быть, задачи. Но сейчас, так как бренд премиальный и профессиональный, давайте 10 минут на хороший вопрос эксперту. Профессиональный вопрос эксперту. Что-нибудь интересное спросите. Если я не прочитаю ваш вопрос, не значит, что я его не вижу. У нас есть коллеги, которые сидят здесь, они отскринят, пришлют мне несколько вопросов лучших. Мы из них с Аней через 10 минут выберем и подарим первый подарок. Это будет... Acidic Bonding Concentrate. Не только шампунь, нет, но еще и кондиционер. Ну, и мы еще премиальный бренд. Мы можем позволить себе подарить вам все. Вот так. Ну, для того, чтобы вы поняли истинную, полноценную услугу Acidic Bonding Concentrate. Революцию, так сказать. Друзья, кто уже задавал вопросы, вы участвуете в розыгрыше, не беспокойтесь. Все есть, все сейчас зафиксировано. Зафиксировано, читают наши коллеги. Да. И мы говорили о самой первой, о самой последней новинке от бренда Redken. Слушай, какая была первая линейка? О, самая первая линейка, с которой началась вся история, я же не сказала, наверное, да, об этом. Ну, волнуюсь периодически, не часто мне вот эти вот софиты в глаза. Да, ничего страшного. Хорошо. История началась вот с этой гаммы под названием Extreme. Так. Это гамма, которая основана только на протеинах. Исключительно. Именно с нее и началась вся история. Круто. Когда-то тогда, и она до сих пор есть. Конечно, она выглядела немножко иначе, это были другие немножко продукты, сейчас они более современные, естественно. Вот. Но, тем не менее, эта гамма с нами очень большое количество лет. Круто, мы к ней подойдем. Сколько? 61 год. 60 плюс, совершенно 60 плюс, у нас сезон 60 плюс. Классная гамма, к ней мы подберемся, но давай пойдем дальше тогда после новинки, а новинку разыграем сразу после ваших вопросов. Ты меня остановил, ладно, когда нужно будет что-то разыграть. Хорошо, хорошо? Да, отлично. Хорошо, ну пойдем тогда дальше. Тогда, давайте, знаете, на что обращу внимание? Мне бы еще хотелось обратить внимание на упаковки в принципе. Давай. Вы видите, что и шампунь, и кондиционер, они в одинаковых упаковках. Да. Что из этого шампунь, что из этого кондиционер, бог его знает. Подскажу, ребят, они отличаются этикеткой. Шампунь чаще всего с прозрачной этикеткой, кондиционер с этикеткой с белой. Для того, чтобы вы ненароком с утра не перепутали, у нас есть подсказка. Также для сам везде на всех. Что еще мы видим на упаковке? Для упрощения понимания основного ингредиента. На каждой упаковке написано процентное соотношение полезных компонентов. Как правило, в шампуне концентрация меньше, если вы обратите внимание. Да, я вижу. В шампуне 3%. В кондиционерах всегда больше. Кондиционер мощный, поэтому он работает быстро, собственно. Это для самых таких искушенных, кому интересно, из чего же состоит этот шампунь или какой основной компонент в данной гамме. Так что обращайте на это внимание, теперь не надо переворачивать бутылку, читать мелким шрифтом, что там написано, ничего не видеть, не понимать. Все у вас вот здесь. Круто. Вообще супер. Скажи, пожалуйста, сама мучилась до этого. Профессиональный уход за волосами. Смотри, у нас же у всех разные волосы по структуре, по типу волос. Да. Мы сейчас говорим о какой-то процедуре или это ежедневный уход, подходящий для всех типов волос. Ломкие, пористые, ослабленные волосы и так далее. Просто я хочу это, понимаешь, это не дешевый бренд. Я хочу купить, я готов потратить на это деньги, если это реально мне поможет. Но вот сейчас мы смотрим, да, у нас нет возможности попробовать. Я эти линейки рассматриваю для всех типов волос.
Ну, конечно, можно, если брать всю гамму целиком, мы, конечно, можем охватить все типы волос. Угу. Но, естественно, каждая гамма разбита по определенному направлению. Все не просто так. Они не просто так разноцветные. Так. Каждый цвет обозначает отдельную категорию ухода за определенными волосами. Угу. Скажем так, что самый универсальный, да, я не могу не говорить об этом уходе, понимаете, он новый, и он супер топовый. А, что я говорила? Самый универсальный, подходящий всем типам волос, это он. Все, наш класс. Первый приз. Он подходит любым волосам, угу. Тонкие, вьющиеся, прямые, осветленные, ни разу не окрашенные, волосы зачесаны назад, волосы накручены на плойку. Абсолютно любые волосы получат максимум ухода. Именно от него. Круто. А, я вот не знаю, можно ли мне сказать, но это не весь уход, который представлен в Redken. Не только домашний уход. Есть еще и салонная услуга под названием Acidic Bonding Concentrate. Не буду сегодня о ней говорить, но вы совершенно точно сможете найти ее в салонах красоты, которые вы нашли уже, я надеюсь, на салон-локаторе. Он делится на две части. Кому-то в салон красоты, кто-то уносит еще и домой. Угу. Кому-то всего всегда мало, поэтому мы всем должны угодить. Есть салонная услуга и есть услуга, которую мы делаем дома. Круто, круто. Ребята, еще раз покажу потом чуть позже локатор, как найти салон рядышком, пойти туда попробовать просто. Потому что, ты знаешь, чем средство проще, тем больше проблем может накопить волосы. Это не с первого раза применение. У вас плохой шампунь, у вас плохой кондиционер. Ну, вроде помыли нормально, денег немного потратили. А через полгода или год применения мы думаем, что-то какие-то проблемы начались с кожей головы, с волосами. И вот здесь вот вступает в борьбу именно профессиональные средства. Потому что это вклад здоровые ваши волосы, в красоту вашу. А, как было где-то написано здесь, я знаю, что у меня прекрасные волосы, а значит, я могу покорить весь мир. И вот Аня с этим согласилась. Абсолютно. Но помимо правильного косметического средства, хорошего премиального косметического средства, безусловно, это средство нужно подобрать. Да. Мы не можем взять кроме Acidic Bonding Concentrate. Его можно, это конечно, универсально. Прямо уберите, это просто точно совершенно. Давайте его отставим на пьедестал. Mm-hmm. Есть у нас здесь пьедестал? Нет. Ладно, нет. Окей, пока пусть стоит. Очень важно уделить внимание подбору средств. Угу. Почему? Потому что мы все разные, волосы у нас разные, потребности разные, желания разные, мы хотим выглядеть по-разному. Соответственно, этому мы и делаем подбор продукта. В Redken, скажу только про Redken, угу. Мы не всегда рекомендуем брать только отдельные цветовые гаммы. Mm-hmm. Мы рекомендуем их миксовать в зависимости от типа волос, потребностей и всего того, что я уже перечисляла. Важно, кстати. То есть шампунь из одной гаммы, а кондиционер из другой. Совершенно спокойно. Вы можете выбирать несмываемый уход, смываемый mm-hmm. уход, шампунь из разных гамм, миксовать их так, как удобно вам. Mm-hmm. Ну, я бы, конечно, доверила это для начала профессионалу все-таки. То есть разочек сходить расскажу. Точно. По-любому, угу. по-любому. А дальше уже для себя, может быть, и решить, что конкретно для тебя подходит, и делать выбор самостоятельно. Но первый визит все-таки должен быть к профессионалу, потому что профессионал, он точно понимает, что сюда подойдет. Во-первых, он знает ассортимент на 100%. Повторюсь, я за это отвечаю. Угу. Во-вторых, он понимает, как применять, что применять, может дать хорошую рекомендацию. Все-таки рекомендация – вещь полезная. Угу. Может быть, мы уже начнем рассказывать о продуктах? Или да, ты да, хочешь да, что-то нет, я хочу еще? Дальше, ребят, спасибо за ваши вопросы. Знаете, вопрос, который меня заинтересовал, я прям задам, и Аня на них ответит, не волнуйтесь. Воздействует ли на луковички, сухие-сухие волосы, подойдет или не подойдет? Да, конкретно дайте немножко нам времени. Ань, ну смотри, я хочу сейчас, мы классно с тобой поговорили на начале о самом универсальном средстве, но скажи мне по фразке о каждом из них линейки, чтобы, ну, я за что-то зацепился, например, ждал только синюю линейку. Мне вот уже не терпится, на Давай. Самом деле, рассказать, Готово. В чем разница. Через 5 минут дарим подарок первый, за ваш вопрос. 5 минут всего? Через 5 минут. Хорошо, ладно, давайте начнем. Нет, ты можешь говорить 7-10, мы сделаем перерывчик. Останови меня, просто останови меня. Я просто останови меня, хорошо. Остановись, Аня, ладно, давай. Уже? В общем, начнем мы со следующего продукта, наверное, так как они у нас стоят, нам подсказочку оставили, угу, оставили угу. их. Мы начнем со средств смываемых. Потерпите немножечко, придем к шампуням и кондиционерам. Начнем с помощников, без которых не должна обходиться ни одна ванная комната барышни. Что это такое? Лосьон под названием 25 в одном. One 25 United. В одном. 25 в одном. Мы между собой называем, не зная, что взять. Возьми 25 United. Так. Много-много-много-много маленьких функций. Подходит абсолютно всех, поэтому он и стоит рядом с Acidic Bonding концентратом. Он несмываемый уход, наносится на влажные волосы перед сушкой. Если ты не сушишь волосы, он также может тебе подойти. Легко расчесать? Пожалуйста. Сохранить немножко влаги? Пожалуйста. Блеска хотите? Все сюда. Маленьких 25
зацепочек, причин, по которым он должен оказаться в твоей ванной. Слушай, а можно немножко прочитаю? Укрепляет, упрощает стрижку, значит, является термозащитой, предотвращает образование секущих концов, улучшает внешний вид кутикулы от внешних воздействий, от влаги, уменьшает статику, дисциплинирует, упрощает укладку, восстанавливает структуру волос, увлажняет, кондиционирует, питает. Вау, еще. 25, ребята, 25 функций. Так, мне это нравится тоже. Нет, мне не разыгрываем, мы их не разыгрываем. К сожалению, их не разыгрываем. Но, по крайней мере, купить это можно. Но это вдохновляюще, ты понимаешь? Абсолютно, абсолютно. На самом деле, 25 United является бестселлером в Redken. Он побил по продажам даже наш краситель. Да. Очень хочется вам о нем рассказать, но я не буду. Знаю, что его продажи превышают продажи нашего самого топового красителя. Круто. Вы еще не здесь, ребят? Бегом. Redken, ребят, это любовь по всему миру, не забывайте. Совершенно верно. Дальше, что это? Следующий малыш, масло под названием масло для всего, oil for all. Ну, масло является продуктом финальным, наносится также перед укладкой или перед сушкой волос. В чем отличительная черта этого масла? Это не совсем классическое масло, оно имеет очень маленькую молекулу, то есть не пачкает волос. Оно впитывается в волосы, а следовательно подходит гораздо большему списку клиентов, волос и причесок в принципе. Еще один большой плюс, оно облегчает сушку. Иногда так хочется побыстрее помыть. Я думаю, сейчас меня поймут обладательницы густых шевелюр, гриф буквально львиных, которым с утра очень хочется побыстрее смыть, помыть и посушить волосы. Так вот, это масло конкретно, оно и поможет в этом. Можешь выдавить себе на ладошку Ты можешь выдавить себе на ладошку и нанести на руки. Оно впитается в руки и не оставит никакого жирного следа. Так, я отойду подальше. Нет, там надо просто открыть же его сначала. Опасный ты, конечно. Я вообще опасный человек. Да, чувствую прям. Вот. Сейчас накачаю немножко. Это на волосы, да? Да. На сухие, на влажные? Можно наносить на влажные волосы. Лучше наносить на влажные, но если есть потребность донанести, ты всегда можешь нанести еще и на... Класс. Неприличный блеск. Неприличный блеск. Ребят, минута осталось до розыгрыша. Итого, успеем эту линейку посмотреть? Не уверена, что мы успеем посмотреть эту линейку. Но наверняка интересно, что это за линейка. Да вообще классно. Такой золотистый оттенок, приятный. Понравился аромат? Слушай, аромат просто бомба. Супер, аромат... отлично. И это круто, что он не пачкает волосы, и дальше можно спокойно... Ну, его очень сложно переборщить, поэтому он подходит гораздо большему количеству клиенток наших. Круто. Наших девушек прекрасных и вас. Дальше. Успеваю? Это масло «Моя любовь», Надежда написала, да. О. Успеваешь, да. Значит, о чем хочется поговорить сейчас? Наконец-то мы пришли к шампуням и уходам за кожей головы и волосами. И первый шампунь, кондиционера, маска и масло из гаммы All Soft. All Soft как переводится, ты говорят, английскую школу закончил? Soft – мягкий, а All – это все. Все мягкое, совершенно верно. Как-то так, молодец, да? Ну, смотри, молодец, да, так, не хорошо. Забыл. Для кого? Для обладательницы сухих, жестких волос, которая мечтает, чтобы ее волосы стали мягкими, струящимися по плечам. Вот это важно. Как в Инстаграм, знаете, когда они прям блестят. All Soft как раз-таки гамма для этого. В ее состав входит органовое масло. В общем-то, это самый большой основной компонент. Я думаю, что вы видите, как это написано вот здесь. Есть внимательные? Есть внимательные, конечно. Есть внимательные. Я точно вижу написано. Так вот, именно органовое масло питает и увлажняет волосы максимально. Шампунь, кондиционер. Помните, да, что они отличаются? Шампунь прозрачный, да. Мне можно помахать камерой. Да, помню. Да, я помню, отлично, да. Отлично. Прекрасный запах, густая консистенция, очень легко наносится, распределяется. Ну, вы получите удовольствие. Ну, в принципе, от любого нашего шампуня и кондиционера вы получите удовольствие, но от него тоже, в том числе. 20% скидка на него сейчас, ребята, кстати. О-о. Да, это правда, это серьезно? Реально цена в прямом эфире, во время прямого эфира и час после будет действовать специальное предложение, реально. Потом цена поднимется, а это прям топ. Мне кажется, и подарок девушке любой сделать это прям вот будет. Главное правильно подобрать. Давайте, ребят, все-таки дослушаем до конца. Главное правильно подобрать девушку, ты понимаешь, чтобы она любому порадовалась. Хорошо. Понятно все. Так. Итак, шампунь-кондиционер обсудили. Для любителей поплотнее, для любителей ритуалов есть маска. Маска держится чуть дольше, чем кондиционер. Ну, напомню, да, кондиционер 1 минута, маска от 5. И это для тех, кому нужен дополнительный уход. Кто любит сесть в ванну, нанести на волосы маску, открыть бутылочку вина. Их прекрасно провести время для вас. Так, все хорошо. Маски для вас. Так, маска, ну, правда, это такой спа-процедура для волос, круто. Ну, еще и волосы, когда суховаты, все-таки маска надает им больше питания и увлажнения, нежели просто кондиционер. Поэтому маска здесь просто необходима. Масло.
Рассказывать про то, что такое масло, я думаю, мы не будем. Все и так это знают. Я надеюсь, ребят, вы знаете, что такое масло. Это масло также на основе органового масла, которое дает дополнительной мягкости, блеска и послушности вашим волосам. Угу. Что там, круто. Что там? Я считаю, что надо, ребят, разыгрывать для вас. Я напоминаю, что будет несколько розыгрышей. Второй, ну сейчас придумаем что-нибудь, а третий будет просто рандомно. Вот каждый сможет выиграть, поэтому не переживайте. Так, коллеги прислали мне в чат, смотрим. Говорят, что профессиональные шампуни и кондиционерами нельзя пользоваться ежедневно. Так ли это с Редкин? Это один из вопросов. Так. Дальше идем. А какой pH у этого шампуня? Второй вопрос. Конкретно. Воздействует ли ваша продукция именно на луковички, а не только на волос? Вот такой вопрос тоже выбор был. Так. Да вы готовились. Сколько времени держать маску? Нужно ли прогревать после нанесения маски? Вот такой вопрос. Так. Поменялся... Сейчас ответим. Хорошо. Поменялся дизайн, а составы поменялись? Это может ответить? Нет. Нет. Короткий ответ. Можно ли освежить не сильно грязные волосы только кондиционером без использования шампуня? Нет. Чем отличается шампунь для блондинок? Тем, что он создан для блондинок. Отлично. Протеин – это белок, строительный материал. Это Айгуль была первая. Так, какой из этих вопросов выберешь ты, кому подарим первый подарок? Повтори, пожалуйста, первый, вот что-то он у меня мимо фоном прошел. Говорят, что профессиональными шампунями и кондиционерами нельзя пользоваться ежедневно. Так ли это, Средкин? Лана спросила. Во-первых, я отвечу? Да, давай. Нет. Ты всем такая категоричная, нет. Ну, сразу запомнили, ответила. Чтобы люди сразу запомнили. Да. Мне очень понравилось, знаешь, что... смотри, еще у меня был вопрос, что для вас Редкин, просто работа или сами пользуетесь? Марьям, это же из Инстаграма пришло к нам, да? Марьям. Ребят, всем привет, вы в Инстаграме нас смотрите. Марьям. Что, она и выигрывает? Нет, она не выигрывает. Это не самый интересный вопрос, это самый очевидный вопрос. Хорошо. Конечно, здесь я не просто, потому что я просто работаю. Я безмерно, бесконечно обожаю этот бренд. Мне кажется, это заметно, нет? Это заметно, да, действительно. Идет волна, нет? Так, хорошо. Так вот, знаешь, какой мне вопрос понравился? Какой-то понравился? Про блондинку. Чем отличается шампунь для блондинки? Хорошо, ну... Вообще никакой конкретики, я не знаю, что на это ответить, я могу только сильно развернуто, но мне кажется, что... Юлия М, поздравляем тебя, все поздравляем Юлю, ты получаешь первый подарок, универсальную серию, сразу три средства, кондиционер, шампунь и лосьон. Вот она, новинка тебе. Та-да-да-да! Юля, молодец! Так, слушайте, время остается немного... Мы еще ничего не рассказали. Следующий победитель у нас получит за... Слушай, давайте по классике пойдем. Давайте придумайте что-нибудь, чтобы там прозвучало обязательно название Редкин. Стихотворение. Не знаю, там что-нибудь двухстишье, четырехстишье, пословица, поговорка, частушка, что хотите, но чтобы был Редкин. И обязательно ставьте лайк, друзья мои, поставьте нам лайк, дойдем до 300 лайков, тогда разыграем рандомно, не найдем, не разыграем. Итак, давай не будем говорить, какой будем дарить следующий. Давай, не будем говорить, какой. Да. Стараюсь. Спасибо всем за вопрос, ребята, пишем пока четырестишье с Редкин или двустишье и получайте подарки. Ну, так, а мы тогда сразу же переходим к следующим, следующей гамме. Это гамма розовая. Фуксия. Розовая. Фуксия. Фуксия. Да, фуксия. Фиолетовая. Фиолетовая. Для кого? Для тех, кто окрашивает свои волосы. Почему? Потому что гамма Color Extend Magnetics создана для того, чтобы ухаживать именно за окрашенными волосами, а именно сохранять их цвет. Я думаю, что очень важно. Те, кто окрашивает свои волосы, поймут, как важно иметь цвет от салона до салона, от посещения салонов красоты до посещения салона красоты полноценным. И именно эта гамма поможет вам сохранить ваш цвет. Так. Шампунь, кондиционер и, конечно же, маска. Ну, для тех, кто все еще любит ритуалы. Шампунь все так же. Шампунь с прозрачной этикеткой, кондиционер с этикеткой с белой. Здесь вы найдете не компоненты, здесь вы найдете уровень pH. Как раз-таки это то, что делает волосы здоровыми. Шампунь достаточно имеет кислый уровень pH. Мы тоже об этом говорили в начале, если вдруг кто-то забыл. А это значит, что волосы будут в максимально комфортной среде. Кислый среди. Аромат, кстати, тоже очень классный, супер ненавязчивый. Посмотрим. Как, в принципе, у всех ароматов Редкин. Он приятный, но супер ненавязчивый. Да, очень аккуратный прям. Ну, такой приятный. Запах свежести, можно самому, что ли, аромат свежести. Ну, не дари никому, бери себе. Слушай, а знаешь, я обратил внимание, у вас же прикольная крышечка. Казалось бы, мелочь такая. А приятно. А прикольно сделано, а ты знаешь, это неспроста. Не вот как ты думаешь, для чего нужна такая крышка? Ну, чтобы ничего не проливалось мимо, совершенно наверное. Совершенно верно. Да ты что? Совершенно верно. Как сказал один наш
знакомый, можно прыгать на этой бутылке, а крышечка не откроется. Поаплодируем нашему знакомому. Это цитата, ребята, поаплодируем. Это знакомый просто здесь сидит, да? Да, вот. Да. Он подсказывает, скажите об этом. Хорошо. Ну, круто, да? Вот, казалось бы, все в мелочах проверяется. Вот бренд Redken даже об этом позаботился. Очень удобно. Спасибо. Да, крышечки совершенно герметичные, абсолютно удобные. Следующая фиолетовая. Это я скажу тебе, это точно для блондинок. Вот, барышня, которая спрашивала отличие шампуня для блондинок. Внимание! Вот он, шампунь-кондиционер для сохранения холодного блонда. Наверное, она является обладательницей именно блондинистых волос. Наверное. Поэтому это будет ей интересно. Шампунь-кондиционер гамма под названием Color Extend Blondage. Фиолетовая. Безусловно, она фиолетовая. Здесь вы будете видеть шампунь, кондиционер и маску. Куда же без маски? Шампунь является более концентрированным, чем кондиционер. Наносится на волосы, держится 5 минут. Кстати, это тоже отличие шампуня для ухода за холодными волосами, за холодным оттенком. Это время выдержки. У него оно есть. Шампунь наносится на чистые уже волосы и держится всего 5 минут. Через 5 минут его можно совершенно спокойно смывать и использовать кондиционер при острой необходимости. В принципе, это не обязательно, поэтому можно выбирать либо шампунь, либо кондиционер, либо оба. Тоже на любителя. Круто. Я думаю, что мы можем показать, какой. У нас есть время показать? Да, давай покажем, какой. Ребят, вы пишите. Слушайте, очень крутые комментарии у вас, я вас благодарю. Читают все наши сотрудники, опять скринит мне отправляют. А мы сейчас посмотрим. То есть за счет чего ты пока? Наверное, какой-то здесь пигмент особенный. Естественно, есть, да? Фиолетовый, не поверишь. Да ты что? Фиолетовый пигмент, именно как он сохраняет холодный оттенок. Как все продумано, как да? Все продумано вот вообще. Он, профессиональный бренд. Ребят, профессиональный американский бренд, салонный уход. Номер один не только в Америке, а Америка является крупнейшей страной с множеством профессиональных салонов. И там более миллиона профессионалов выбирают как раз Redken. Профессионалов, вдумайтесь. А вы сейчас берете и дома у себя просто делаете чудеса. Какое же количество конечного потребителей, если миллионы только профессионалов? Ну, Америка. Большая страна, согласна. Так, вот он. Шампунь. Хочется показать вам, насколько он пигментированный. Чтобы у вас не оставалось сомнений на этот счет. Давайте мы сделаем это вот так красиво. Марина пишет, Олейка, классно. Здравствуйте, Илья, привет тебе. Действительно насыщенный. Творчество. Действительно красивый. Он даже сам по себе красивый. Ну да, да, на самом деле. А при этом максимальная нейтрализация и сохранение холодного цвета. Скажи, а мы говорим о блондинках натуральных или крашеных? Нет, безусловно, мы говорим о сохранении созданного цвета. Холодный цвет натуральный, наверное, не существует, скорее всего. Да? Конечно. А вот интересно. Если он специально созданный, холодный, его создавали, и, конечно же, его хочется сохранять. И именно шампуни, кондиционеры, гамма, блондаж подойдут для этого. Я похожа на улыбку, да? Очень мило. Синие губы, тебе плохо? Да, синенькие губочки. Ты давай в себя приходи, у нас еще дела. Смотри, не боюсь я пользоваться феном, так выбираю фирмы Redken. Не будь ты вредный, как креветка, покупай шампунь от Redken. Если ты давно подсел на Redken, твои волосы кайфовые. И шикарный вид иметь, с ним мытье все станет песней, приятная текстура, пропитает шевелюру Redken. Так, отлично. Вся линейка классная. Redken супер в мелочах, для блондинок просто класс. Ваши волосы сияют, красоты вам прибавляют. Голова как репа, мой шампунь фирмы Redken. Голова как репа. Джульетта. Еще разок попробуй. Джульетта. Кстати говоря, вчера было день рождения Джульетты. Кто не знает, всех поздравляем. Юлии всех поздравляем. Можно Джулия. С днем рождения. Что там было? Пишите, друзья. Не забывайте, 20 товаров. Я напоминаю, разыграю только, когда будет 200 лайков. А все 20 товаров... Их еще нет, представляете? Ребят, вы что-то там скучные какие-то сегодня. Смотрите, если что-то непонятное, или вы что-то не запомнили, ну, например... Слушай, 45% на мега-топ 25 в одном. Вот это вот, это бестселлер продается наибольшим количеством во всем мире. То есть 25 в одном, это просто топ. Сейчас на него 40% скидка. Это реально круто. На все круто. Вот здесь вот ставятся лайки. Я сам, кстати, не поставил, давайте я поставлю. Наберется 200, разыграем. Не наберется, ну окей. Ты грустишь, что сухие волосы, с печалью листаешь инсту. Не дописали, к сожалению, но очень поэтично по осеннему. Начало очень хорошее, ребят. Продолжите, пожалуйста. По осеннему, согласна. Захотелось сразу прямо. Ребят, давайте 5 минут и разыграем второй комплект. Но перейдем сейчас к тому, я запомнил, что является первой гаммой, первой линейкой в истории Redken. Вот она. Приятного, не знаю, бирюзового, что ли, оттенка нет. Сине-бирюзовый. Сине-бирюзовый. Многогранный. Цвет описать очень сложно. Да, это как нас с тобой. Мы тоже многогранные. Безусловно привлекает здесь внимание. Здесь есть шампунь, кондиционер. Я вижу, потому что шампунь прозрачный, кондиционер молодец. Белый. Ты понимаешь, не да? Не зря. И Extreme Play Safe, 230 градусов. Твои догадки. Hair Protection. Так. PH Balance Formula. 200 мл, 5 авеню, Нью-Йорк. Это... No ideas. Так, ну, какой-нибудь
не знаю, крем, лосьон, мне, мусс. Просто позволь мне, просто давай, позволь сделать это. Давай, мне. Позволь мне работу свою работать, пожалуйста, будь любезен. Давай. Ты шампунь назвал? Шампунь? Сказал. 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 Про кондиционер сказал? Ну как, просто, что это шампунь сказал. И кондиционер, да. Да, это действительно шампунь и кондиционер. В их основе лежит целый комплекс протеинов. Много-много протеинов. Для тех, кому хочется прочности, для тех, кому хочется, чтобы их волосы стали супер мощными, супер сильными. Это сила волос, это их основной строительный материал, белок. Угу. Достаточно вот большое количество протеина. Да, именно в том тюбике, который ты показываешь. А скажи, вот именно в этой линейке это максимальная концентрация представлена, здесь протеина? А, да. Да, вот совершенно здесь. Верно, совершенно верно. Максимально. Скажи, пожалуйста, когда я должен понять, что моим волосам пора усиленную дозу протеина дать? Что? Ты почувствуешь, что они станут слабыми. Слабыми. Тебе будет казаться, что их совсем мало. Они будут разлетаться на ветру, и тебе захочется их собрать в кучу и почувствовать, что вот они в руке, волосы. И тогда тебе нужно круто. Использовать протеины. Вот линейка от Redken поможет в этом? Однозначно. Круто. Однозначно. Это та линейка, это гамма. Мы гамма, любим да, называть это гаммой. Гамма, да. Да. Не, ребят, вы можете называть линейкой, но мы с тобой, наверное, да, профессионалы. Да, гамма. Конечно. Что... Все-таки это гамма. Угу. Это гамма, которая поможет отрастить волосы, например, кстати, наверняка есть и девушки, у которых волосы не дорастают. У корней их много, угу. У концов их мало. Есть да, такие, да? Та, да. Которая все время состригает свои кончики в надежде, что они у нее все-таки да, отрастут. И если ты являешься представительницей подобной истории, это твоя гамма. Потому что именно протеин помогает растить хорошие, здоровые, прочные волосы, которые не будут повреждаться, не будут суперчувствительными к внешней среде. Mm-hmm. Поэтому это, знаете, такой некий must-have. Для тех, кому нужны хорошие прочные волосы. Слушай, круто, вот это я понимаю. Но, наверное, это нужны. Это нужны многим. Ну, могу Нет? сказать... Из... Можно переборщить? Ну, переборщить-то можно всегда и всего, угу. Это безусловно. Во всем должна быть мера, во всем должно быть понимание. Поэтому, возвращаясь к тому, что первый рецепт должен все-таки дать профессионал, угу. Я, наверное, подчеркну это еще раз жирными буквами. Обратитесь к специалисту. Ну, я сегодня, конечно, тоже, наверное, кому-то повезет, кому-то я подскажу. Да, да, да. Но вас-то время. Много, и я-то одна. А специалиста можно найти вот как. Я вам сейчас расскажу, ребят. Специалист находим вот так. Заходим в любое предложение, точнее, поисковую сеть. Набираем redken.ru. Это официальный сайт. Заходим на него, попадаем на главную страницу. Ну, здесь вы можете увидеть различные там программы лояльности, как вступить, новинки, интересные какие-то решения, лайфхаки. Но главное сейчас в меню заходим и находим салон. Нажимаем и смотрим, например, на карте или, ну, давайте, мы находимся, знаете, где? Рядом с метро Семеновская. Посмотрим, есть ли здесь где-нибудь. Есть. На Полянке есть, да, ты уже знаешь. Конечно. Итак, вот они адреса, но посмотрим на карте для наглядности. Вот они. Угу. Угу. Ребята с Семеновской, соберитесь, ребята, для вас инфо. Да, да что ж ты, да что ж, да что волнуешься, же ты такое? Давай я. Не-не, все нормально. Хорошо. Все нормально. Не, я волнуюсь, конечно. Я вижу, показать вижу. На карте. Смотрим. Да. О, смотри, сколько адресов. Слушай, 63 салона. 63 салона у станции метро Семеновской. Вы говорите Америка. Мы говорим. Миллионы здесь. Такие вы говорите Америка, ребята. Все здесь, все здесь. Все самое хорошее здесь. Вот Семеновская. Смотрите, выбирайте любой свой подходящий салон, обратитесь хотя бы раз к специалисту. Скажи, но... Специалисту рознь. Ты же не можешь со всеми поговорить. И ты хочешь сказать, что в салонах Redken реально работают крутые ребята? Я могу официально заявить, так. Что в салонах Redken реально работают крутые ребята. Ребята, интересующиеся и горящие своей работой. А с точки зрения обучения, мы даем им максимальную информацию, чтобы они могли эту информацию использовать в салонах красоты. Поэтому да, повторяю, ребята Redken, парикмахеры Redken, это самые топовые ребята, честно. Круто. Mm-hmm. Ребята, всем большой респект. На самом деле это большая работа. Не бегите и пока. И большой труд. Поэтому все, кто работает вот так и являются профессионалами своим делом, а Redken контролирует, большой респект всем нашим стилистам, парикмахерам. Огромное-огромное спасибо. Потому что для каждого человека, не только для женщин, но и для мужчины тоже, волосы, ну это важно. А мы бессознательно списываем. Если видим девушку, у нее хорошие, красивые волосы, ухоженные, здоровые, блестящие. Это, знаете, на подсознательном уровне ты понимаешь, что, наверное, знаешь, от животных пошло, что девушка здорова, а она станет замечательной мамой, понимаете? Это, наверное, где-то на подсознании сидит. Ну и для женщины каждый иметь хорошие волосы. Ты понимаешь, мне кажется, это такая внутренняя уверенность. Она по-другому безусловно. Выглядит, она по-другому безусловно. Ходит, она Абсолютно. По-другому смотрит, она Конечно. Знает, что она выглядит роскошно. И вот Redken в этом помогает. Помогает миллионам женщинам уже более 60 лет по всему миру. Ну, сделайте Могу это. Покорить сделайте. Весь мир.
когда мы волосы ухоженные. Да, это чуть дороже, но это премиальный сегмент. Вы должны это понимать. Это действительно уровень. Это то, что реально помогает, то, что делает, исправляет с различными проблемами. Ну, об этом тоже, о всем будем говорить. Ребят, очень много отзывов, очень много стихов. Просто у нас... А ты говоришь Америка. Россия! Вот Россия! Же самое талантливое. Да, ребята, всех поздравляем с пятницей. Хороших выходных, хорошей осени. Сейчас подарим второй подарок. Второй. Так, какие-то есть вопросы, скоро задавайте. Но пока не будет 200 лайков, 200. Лайков, да, 200 обязательно. Лайков. Мы здесь не просто так работаем. 200 лайков мне нужно, собак. 200 заводите. Лайков. Да мы не наберем столько, мы наберем. Да, 200 ребят, лайков, ребят, 200. Поднажмите, в смысле не наберем? Лайки, ребята, Моля сказала. Ой, спасибо вам большое. Улыбайся с Редкин, Злата нам сказала. Спасибо тебе большое. Поставьте лайк. Да не мне, ладно, что подскажите. А, не только она, профессионал сегодня, яркий, стильный, красивый. Немножко дерзкий, конечно, ничего, я потерплю. Все лайки мне вообще. Ну как, 173 мне, сейчас пойдут уже твои. Не хочу тебя расстраивать, но это мои лайки. Да, ну хорошо, ладно. Ребята, поехали. Поехали в следующую линейку. Смотри, вот об этой основной линейке мы поговорили. Да? Давай так, мы сейчас с тобой подытожим, и ты вот по несколько предложений скажешь. Это для таких волос, это для таких, это с этим справляется. Я знаешь, что не рассказала? Так. А, тебе вот, то, что я же не угадал как раз. Да, шампунь, пенсионер, стою, жду, когда, протеином, когда, окей. Когда, да, молодец. Это дополнительный, несмываемый уход. Опять же, включающий в себя максимальную термозащиту. Здесь также есть комплекс протеинов, он также может дополнить уход за волосами, которые в них нуждаются, за неуверенными, такими слабыми, вялыми волосами. Он также может дополнить за ними уход. Плюс еще сохранить качество волоса, если барышня все равно любит волосы свои накручивать на щипцы, плойки и любые другие термоинструменты. Он наносится, кстати, на влажные волосы, очень удобно распределяется, совершенно не пачкает волос, он такой невесомый достаточно. Расскажи, как он пахнет, но не сейчас, потому что пахнет он приятно, что на этом останавливаться. Очень легко распределяется, в общем-то, этот продукт подвластен всем. Дозатор, кстати, тоже штука удобная. Я научу тебя пользоваться дозатором чуть попозже, чтобы ты вот это вот больше не делал. Второй раз такое вижу. Вот. Дозатор как раз-таки для того, чтобы дозированно, ребят, использовать продукт, а не вот просто как попало. Поэтому обратите внимание, что он есть. Не будьте, пожалуйста... Да, не будьте такими, как я. Да. Лайки ребятам поддерживаем. Да, ребят, тут как бы, ну, хотите, не поддерживайте. Просто не будет 200 лайков, не будет розыгрыш подарок. Ну, я заберу подарок. Жалко. А, да, ну, мне так есть. Ладно, да. Ребята, ты да. заберешь подарок. Так, хорошо. Вот к этой линейке мы еще придем. Я, кстати, сразу хочу сказать, первое, что я у вас спросил, это крутые наборы, потому что ты, наверное, хочешь сделать какой-то подарок. Хочется не прогадать, поэтому сразу берем хороший бренд. Ребята, это лимитированная серия, лимитированная линейка, вот такой подарочной упаковки. Есть она на Озоне. Вообще, по-моему, к Новому году вы планировали, да? Ну, наверное. Нет, ну, да. Ну, по крайней мере, к Новому году. Мы не можем держать красоту в тайне, понимаешь? Но вот это лимитированная серия, поэтому закончатся они там в ноябре, в октябре, ну, просто их не будет. А мне кажется, красочно. Выбрать можно свою линеечку, вот такой вот фирменный стильный. Ну, по цветам, кстати, да, они очень читаемы. Да. И это будет отличный подарок. Главное, что вы подарите, безусловно, бренд, а за брендом будет стоять качество, гарантия качества, инновационные технологии, научный подход, ну и реальная польза. Это будет круто. Совершенно точно. Да. Совершенно точно. Угу. Я очень хочу подарочек. Правильно, правильно. Все на волосы, все в дом. Так, смотрите. Жми на лайк. Вот жми на лайк, раз подарочек хочешь. Эту линейку хочешь. Уже перед последним розыгрышем еще раз расскажем. Сейчас, ребята, информации много. Давайте соберем в голове. Мы уже вдохновились. Что конкретно нам надо? Что сейчас положить в корзину со скидкой 20-30-40%? Поехали еще раз. Я напомню тогда, что для каких волос, да. А про скидки уже сам. Да, ладно, сам, хорошо, конечно, хорошо, спасибо большое. Итак, для абсолютно всех волос, top of the top, с супер потрясающим ароматом и супер мощным воздействием, Acidic Bonding концентрат для любых типов волос. Да. Концентрированный профессиональный уход. Это ваш фаворит, ребят. Бросайте его в корзину прямо сейчас. Неважно, есть там скидка или нет. Для тех, кому нужно совладать со своими сухими, пышными волосами, увлажнение, органовое масло Gamma All Soft, цвет золота. Для тех, кто хочет сохранить свой созданный прекрасный цвет волос, Gamma Color Extend Magnetics, ярко-розовый цвет фуксии, ваш помощник в вашей ванной комнате. Для тех, кому похолоднее, я все еще вижу желтый, сохраните мой блонд месяцев на 8. Холодная гамма оттенков, гамма шампуней, Color Extend Blondage. Фиолетовый шампунь, кондиционер. Круто. Дальше. Для тех, кому нужна сила, мощь, прочность, упругость, гамма экстрим. Шампунь, кондиционер и несмываемый крем, как бы дополняющий. Есть, конечно, и маска. У вас наверняка она есть в Озон. Здесь конечно. Ее нет.
Есть еще и маска для тех, кто любит ухаживать своими волосами более мощно. Более мощно. Да. Как я уже говорила, мы можем совершенно спокойно все эти гаммы между собой миксовать. Наверное, вот только эту гамму хочется отдельным таким кусочком оставить. Все остальные вы можете между собой миксовать. Кто нам помешает использовать шампунь для окрашенных волос, а кондиционер для более плотного нанесения, для более мощного воздействия из гаммолсов. Да? Абсолютно точно. Может, у нас есть запрос как раз? Может, подобрать уже кому-нибудь? Сейчас уход? Подберем, сейчас подарим подарок. Какой подарик подарим? Из а что линейки? У нас там? Подожди, какой подарок? А у нас сейчас стишки. Останавливаем, ребята, больше не пишите. Следующий будет рандомный подарок. Скажу, что надо будет сделать. Давай подарим Extreme Bleach Recovery. Вот эту всю линейку? Да. Ребята, вот это ваша линейка. Сейчас расскажем, что это, но после того, как мы подарим. Да. Итак, читаем. Для блондинки и брюнетки всем подходит Super Redken. Первое. Для блондинок и брюнеток Redken лучшая конфетка. Волосы свои люби, Redken им всегда бери. Купила себе Redken, получила много лайков, мужа наконец нашла и детишек завела. Надеюсь. Лариса Гузеева. Синий Redken моя Лариса, мечта. Вы? Подарите их мне навсегда. Буду ими я волосы мыть, косу длинную до пояса растить. Оля написала, спасибо. О-о-о. На Озон эфир люблю, Redken я себе куплю. В отзыве все расскажу, бонусы я получу. Две буквы активно сегодня в чате. Redken, волосы мечта, все мужчины скажут да. О-о. Все-таки можно на вопрос ответить. Будешь ты выбирать? Если на море живу, ужас волосы. Злат, хорошо, сейчас ответим. Все. Это все стишки, какой выбираешь? Почему я? Я не могу, они мне все нравятся. Последний, предпоследний. Какой был предпоследний? Что ж такое-то за вопрос? Все мужчины выбирают? Или же длинная коса? Redken волосы мечта, все мужчины скажут да. На Озон эфир люблю, Redken куплю, в отзывы все скажу, бонусы я получу. Синий Redken моя мечта, подарите их мне навсегда. Буду им волосы я мыть, косу до пояса растить. Купила Redken, получила много лайфов, мужа нашла наконец и детишек завела. Гузеева, да. Понятно, для блондинок и брюнеток лучшая конфетка, волосы свои люблю, Redken им всегда беру. Вот мне нравится для блондинок и брюнет. Редкин лучшая конфетка. Это Александр. Это ведь такая правда. Саш Гуров, я поздравляю тебя. Ты получаешь второй подарок от Redken. Комплекс. Вот такой вот замечательный. Теперь расскажи, что это такое. Давайте расскажу. Давайте обязательно расскажу. Возьму в руки и покажу. Это достаточно новая гамма тоже, которая появилась в Redken в начале 2021 года. Это гамма для блондинок под названием Extreme. Отсылочка сюда. Так. Блич, потому что она для блондинок. Recovery, полное восстановление. Это гамма для тех блондинок, которые не просто любят осветлять свои волосы, но могут это делать в разных техниках. То есть это те же самые уставшие сухие волосы, но которые боятся переутяжеления. Эта гамма поможет напитать волосы, восстановить, дать блонду вторую, третью, четвертую, девятую жизнь, но при этом волосы останутся супер нетяжелыми. Здесь есть только шампунь. Вот он. Ламеллярная вода, она же кондиционер. Удивился, наверное, победитель, что с ним делать, непонятно, да? Не удивляйся, сейчас расскажем. И несмываемый уход, включающий в себя также термозащиту. Шампунь является также бессульфатным. Блондинки, для тех, кто сохраняет свой цвет, вы можете использовать и восстановление, и сохранение цвета, только используя этот шампунь. Очень удобно, очень прикольно. Круто. Кондиционер, ламеллярная вода. Это кондиционер, просто он жидкий. Для чего, почему жидкий? Потому что это быстро, но при этом суперэффективно. Наносится он прямо на влажные волосы. Мы рекомендуем свои косы длинные скручивать в жгуты. Так. Наносить его прямо на жгуты. И тут же смывать. Распределили, почувствовали тепло ламеллярной воды. И тут же смыли водой. Очень быстро, очень легко и очень просто. Он создан не для того, чтобы волосы, так скажем, напитать. Он создан для того, чтобы волосам дать вторую кутикулу. Все же знают, что такое кутикула. Так вот, это вторая кутикула. Плотнее плотного, прочнее прочного. Я думаю, что блондинкам это очень важно. Ну и плюс, конечно же, это блеск. Поэтому ламеллярная вода заменяет кондиционер в данной гамме и суперски справляется со своей поставленной задачей. Интересный, ну и последнее. Да, на самом деле очень интересно, потому что такое практикуется не так давно. Кондиционеры жидкие практикуются не так давно. Да, слушай, я вообще первый раз встречаю. Да, ну я в 2021 году тоже первый раз встретила, в начале, не помню в каком месяце, в январе, в феврале. Но к этому очень быстро привыкаешь, как ко всему хорошему, знаешь. Да, поэтому обратите внимание на это тоже. Во-первых, она стильная. Очень стильненькая, да. Если бы вы услышали аромат, а пахнет он... Услышим? Давай, нет, не услышишь, к сожалению, не услышишь. Понятно. Он закрыт просто, да. Сори. Я скажу, чем он пахнет. Скажи. Он пахнет клубникой. Да. Но не насыщенный такой, навязчивый. Очень легкая, нежная клубничка, которая будет просто очень приятно распространяться по ванной комнате, когда ты будешь делать процедуру. Круто. Ну и последний, конечно же, куда без несмываемого крема.
Угу. Мы уже привыкли ухаживать, ухаживать, дополнительно ухаживать. И еще раз ухаживать своими волосами. Поэтому для тех, кому нравятся несмываемые уходы, пожалуйста, это для вас. Угу. Тоже пахнет супер потрясающе. Вообще вся эта гамма пахнет потрясающе. Вообще все гаммы в Redken пахнут потрясающе. Это я уже устала это говорить. Ребята. Да. Это премиальный крутой американский бренд. Правда, ему более 60 лет. Это не надо разгонять, а поможет, не поможет. Научный подход, научные разработки, международная сертификация. Все это есть, миллионы довольных пользователей. Это настоящая семья. Вступайте в Инстаграм, к Redken присоединяйтесь. Кстати, есть Инстаграм у вас, да? Конечно, у нас есть глобальный международный аккаунт, но он создан скорее для парикмахеров. Угу. Поэтому весь контент Инстаграма, он все-таки для парикмахеров. Но если среди вас есть любопытные, просто введите в поисковик Redken, и вы увидите наш глобальный Инстаграм Redken. Вот так. Ребят, давайте дружить. Там на многие вопросы, ну, наверное, тоже можно ответить. Английский знаете? Английский знаем, конечно. Если знаете, пишите, of course. Если нет, вот переводчик есть, человек закончил английскую школу. Конечно, пишите мне, буду переводить. Обращайтесь сюда. Да. Так, ребята, осталось буквально 5 минут, я вам честно говорю. Так быстро? Сейчас будем рандомно выбирать. Совершенно рандомно. Каждый сможет победить. Слушайте, говорят, что все комментарии мне отобрали, мне прислали, я прочитал уже отобранные. Ребят, ну спасибо вам большое, вы понимаете, это довольно сложно сделать. Нас смотрит много сейчас людей, всем привет, хорошей пятницы. Сейчас разыграем, попробуйте вдохновиться. Осталось только две линейки, давай по минутке расскажи вот об этой приятной такой розовой и вот о зеленой. И еще у нас там пробивается вопрос о качестве волос девушки, живущей на море. На море, да. Я не могу не ответить на это. Давай, давай отвечай. Девушка в счастье, девушка на море живет, надо это ей помочь. Да, может она на белом море живет, там прохладно. Ну да ладно, посмотрим. Уточните, пожалуйста, на каком море вы живете. Нам нужно правильно подобрать уход. Угу. Что хочется сказать. Если с волосами ужас от соленой воды и солнца, и горячих высоких температур, совершенно точно вы можете для себя попробовать гамму Extreme Bleach Recovery. Вот это. Она не утяжелит любых волос. Она их хорошо очистит и супер круто напитает полезными веществами. Угу. И вот это вот... пышность или что вы подразумеваете под словом ужас с волосами, вас точно покинет. Абсолютно точно. Плюс в дополнение, почему бы не использовать несмываемый уход. Мы можем взять, например, шампунь из гаммы Bleach Recovery. Угу. Так как мы живем на море, защиту цвета даже натуральных волос, их тоже за ними нужно ухаживать, цвет нужно защищать. Кондиционер можем взять из гаммы Color Extend Magnetics. Ну и несмываемый уход для легкой быстрой сушки Oil for All. Круто. Злат, я ответила на твой вопрос? Ответила, спасибо. В Сочи она живет, да. Супер, отлично. Спасибо. Так, Сочи. Хорошо, давай две линейки. Ребята, рандомно. Я согласен, что есть комментарии, были интереснее. Ну, вы так выбрали, что поделать. Да. Ну, во вкусах не спорят, во ребята. Не спорят, во безусловно. Не спорят. Так, ребят, сейчас будем разыгрывать рандомно. Начинайте нам присылать. Давай, какой смайлик пришлют? Статую свободы. Ищите статую свободы, только статую свободы. Если нажму на другой, не выиграете. Статую свободы, нам чат побольше, это американский бренд. Америке привет, ребята крутые разработки делают. Hello. Вот сегодня можем пользоваться. Hello America. Она... Нет, Hello, еще America. Не спит, у них как раз там день. Да, всем привет. Начался. Люда, привет тебе, конечно же. Да, Наташа Прокопенко сейчас тоже в Америке, оттуда привет, наши постоянные зрители. О чем, будем привет передавать? Да, каждому. Передаю привет всем, кто сейчас в Америке, ребят, привет. Ребят, привет. Так, хорошо, давай тогда рассказывай, быстро. А статую свободы ребята отправляют. Быстро. Осталось две гаммы, и обе для тонких волос. В данном случае волосы безобъемные. Так. Гамма под названием Volume Injection. Mm-hmm. Многозначительно, да? Не говори. Так вот, эта гамма создана для того, чтобы сохранять объем созданный для той барышни, которая всегда его ищет. Шампунь, кондиционер. Здесь все максимально просто. Очень красивый цвет, я считаю. Да, не могу отвести глаз от него, на самом деле. Да, очень нежный, но очень уверенно помогает сохранять объем. Угу. Шампунь-кондиционер, все очень просто. Я думаю, что мы не будем к этому возвращаться. И перейдем к следующей гамме. Подвиньтесь, пожалуйста, тонких волос. Гамма под названием Curvaceous. Это тонкие волосы, которые могут завиваться. Для обладательниц вьющихся тонких волос. Угу. Они тоже должны быть ухоженными. Согласен. А здесь есть шампунь, кондиционер и небольшой, красивый, несмываемый уход. Просто посмотрите. Вау. Он двухфазный. Это внутри такое? Там внутри крем, а снаружи крем и гель. Угу. Для того, чтобы и смягчить, и при этом дать форму мягким тонким волосам. Но он там в автомате закрыть, смешается, конечно. Да? Ага. Ты надавливаешь, и он сразу автоматом смешивается. Еще круто. Если хотите показать, я могу показать. Нам подмигивают, открывай. Давай, открывай. Пятница. Все, сегодня гуляем, сегодня давайте. Светлин. У нас настоящая тусовка происходит. Так, вот он там смешивается. О, как гелевая вот так. Структура. Да, такая, он и да? Гель, и крем. Угу, о, приятное. Подождите, я... Припаду к ладошке. Давайте. Наконец-то.
Наконец-то воспользовался случаем. Ждал, да? Ну, подсунули, открывающийся. Конец эфира, конечно. Хорошо. И подарочек, не забывайте, упаковки, ревитированная серия, сделайте классно. Так, ребят, статус свободы много, сейчас определяем рандомно. Вот здесь сам определяй. Уже... Сам, хорошо, да. Спасибо вам, ребята, за ваш профессионализм. Влад, тебе спасибо. Вот они, наши статуи свободы. Итак, отсчитываем 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Итак, Юля М. О-о. Юля М. Она у нас не выигрывала, Саня? Блин, слушай, по-моему, выигрывала Юля. Юль, да ты счастливчик. Слушать будем или... Давай, теперь, ребята, у нас есть определенные правила, да, от Озона. Юля, я тебя поздравляю, тебя ждет счастье. Сегодня тебя ждет счастье, дорогая моя. Итак, следующий. 3, 2, 1, стоп. Ха-ха! Но вот К.К. все-таки сердца и статуи свободы добился своего. Я проводил сегодня стрим. Спасибо тебе большое за твои комментарии. Это было круто, ребята. Вот он, Redken. Вот она, новая гамма, новый дизайн, совершенно новая универсальная линейка. Это вот эта белоснежная. Не забывайте про 25 в одном. Это бестселлер мировой, на него 40% скидка. Короче, у вас есть час классных предложений. Так, знакомьтесь с брендом, ухаживайте за своими волосами, будьте самыми красивыми, как я и Аня, которая с нами сегодня была. Ань, спасибо тебе большое, надеюсь, тебе все понравилось. Хорошего тебе вечера. Давай, это было круто. Спасибо. Ребята, всем профессионалам привет. Это профессиональный линейк, который у вас дома окажет вам самые лучшие результаты для ваших волос. Все, обнимаю, с вами не прощаюсь. Ровно через 10 минут будем завершать пятничный день стримов. Увидимся. Пока.